нашей России. Наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Поздравляем с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас с триумфальной победой 4 марта 2012 года. И просим два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу. Этот и следующий. 2012, 2018, 2024. Наш президент вас осел. Все высшие награды, ордена, медали. Владимиру Владимировичу. Путину, Медведеву. Дмитрию Анатольевичу, Владимиру и Леди Чебедеву. Людмиле Александре, Марии Владимире, Екатерине Владимировичу. Екатерине Путин, Сергей Севера Собянин. Партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, сила, право и честь. Победа на выборах президента 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича – это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества. Наша Россия, наш президент, у вас наша сила, право и честь. Поздравляем Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Путину, Людмилу Медведеву, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, поздравляем вас с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича. И также поздравляем многотысячные форумы, митинги на Манежной площади, Поклонной горе. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Мы вместе с Ветлицким, вместе с Исаевым, с Николаем Халуевым поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012 года, 2018 и 2018-2024 года. А также председатель правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, высшие награды, ордена, медали. Медведевым Путиным, Собянину, партии «Единая Россия», Народному фронту, Нургалиев, Бортин, Коновалов. Вам главный герой России, всей планеты, наша Россия, наш президент. Там, силу, право и честь. Себя и делать свое. Чтобы быть счастливым, как надо жить. Чтобы верить в себя. Да, поздравляю вас с победой президента Владимира Владимировича. И с двумя президентскими сроками Путина Владимировича. Два президентских срока. Это следующий. 2018-2024. Ну-ка, разумеется. Возродили на века, на выборы, россияне дружно, единогласно, с триумфальной победой на президентских выборах 4 марта 2020 года. Любимого всенародного президента. Чтобы счастливым, как надо жить. Да, поздравляю вас с победой президента Путина Владимира Владимировича. С двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Прекрасно одержали и триумфальной победой на президентских выборах Путина Владимира Владимировича. Мы Нестеровы, Медлицкие, со всеми россиянами. Мы вас любовью вдохновенно поздравляем. Верить в себя и делать, чтобы счастливым, как надо жить. Верить в себя. Да, поздравляю вас с победой президента Путина Владимира Владимировича. Победа! Великая победа! Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем уважаемого Владимировича Путина с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Поздравляем вас с триумфальной победой на президентских выборах
4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент возносил право чести с утверждения председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Самый лучший в мире тандем Медведев-Путин единогласно. Вот, и обязательно с победы и высшей награды Путина, Медведевым, Собянину, Андрею Анатольевичу Давыдову и партии «Единая Россия», Народный фронт, армия, ФСБ, МВД. Поздравляем вас еще. Вот, спасибо огромное. Спасибо. Россия, вся страна, всех поздравляем с триумфальной победой на выборах 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича и с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Подтверждением председателем правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент. Вот, и обязательно с победы и высшей награды Путина, Медведевым, Собянину, Андрею Анатольевичу Давыдову и партии «Единая Россия», Народный фронт, армия, ФСБ, МВД. Поздравляем вас еще. Вот, спасибо огромное. Спасибо. Поздравляем Путина с победой 4 марта 2017 года и просим избираться на два президентских срока. На этот, на следующий. И высшие награды Медведева, Путина, Собянину, партии «Единая Россия», Народный фронт. Поздравляем. Чтобы счастливым как надо жить. Верить в себя. Против благополучия сроки Путина Владимира Владимировича. С двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Я с вами согласен. Голос народа. Голос народа всегда. Это достойно. Наш Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все поздравляем. Все россияне, мы Нестер Никлицкий, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Татьяна Лугина, Марина. Мы с партией «Единая Россия», с героями России Исаевым, с Николаем Валуевым поздравляем с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича 4 марта 2012 года на президентских выборах. И с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Чтобы счастливым, как надо жить? Чтобы верить в себя. Да, поздравляю вас с победой президента Путина Владимира Владимировича. И с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Я с вами согласен. Голос народа. Голос народа всегда. Идем вместе. Идем, нормально, идем. Единая Россия, вся страна, все за триумфальную победу и за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Единая Россия, вся страна, все за триумфальную победу и за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Поздравляем. Единая Россия, вся страна, все за триумфальную победу Путина Владимира Владимировича. Все. Что вы, Вик, ребят? Вместе с вами куда-нибудь. Да, Вик, я тебя посвяжу. Любовь-то наша. Единая Россия, вся страна, все за триумфальную победу Путина Владимира Владимировича. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, а где-то наш президент, вас наша сила, право и честь. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Поздравляем, уважаемый Владимир Ильич Путин, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Поздравляем вас с триумфальной победой на президентских выборах 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. С утверждением председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. Самый лучший в мире тандем Медведев-Путин единогласно, да. Верить в себя. Верить в себя и делать свое. Чтобы счастливым, как надо жить? Чтобы верить в себя. Да, поздравляю вас с победой президента Путина Владимира Владимировича. И с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Я с вами согласен. Голос народа всегда. Мама! Это стоит, ну, ты что сейчас делаешь? Обед. Угу. Ты так говоришь, Маме, смешно. Потому что маме.
Поздравляем Владимира Путина с победой 4 марта 2019 года. Поздравляем с победой Путина 4 марта 2019 года. Я просто поздравляю с победой Путина Владимира Владимировича. Это Путина Владимира Владимировича. Все высшие награды страны и континента. Слава честь России. Нобелевская премия мира. Путину Медведеву, главным героем России и всей планеты. Поздравляем. Это успех, триумф, победы всей России, всего человечества, нашей России, наш президент, чтобы счастливым, как надо жить. Сила, право и честь. Да, поздравляю вас с победой президента Путина Владимира Владимировича. И с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. Я с вами согласен. Голос народа. Голос народа всегда. Это достойно, правильно? Ну, разумеется. Единая Россия, вся страна. Все поздравляем с триумфальной победой на выборах 4 марта 2012 года. Россия, любимая, наша Россия, от Божьего Иисуса Христоса. Наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Поздравляем с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича с двумя президентскими Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Победа на выборах президента 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича – это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева. Наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Поздравляем с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича с двумя президентскими Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент, вас, нашу силу, право и честь. Победа на выборах президента 4 марта 2012 года Путина Владимира Владимировича – это победа, триумф, успех всей России, всего прогрессивного человечества. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Поздравляем Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Путину, Илью Дмитриевичу Медведеву, Сергея Семеновича Собянина, патриарх Кирилл. Поздравляем вас с триумфальной победой Путина Владимира Владимировича. И также поздравляем многотысячные форумы, митинги на Манежной площади, Поклонной горе. Жали поддержать два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Мы Нестер Метлицкий вместе с Исаевым, с Николаем Валуевым поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012 года, 2018 и 2018-2024 годов, а также на председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, высшие награды, ордена, медали. Медведевым, Путиным, Собянину, партии «Единая Россия», Народному фронту, Нургалиев, Бортнику, Коновалову. Вам, главному герою России, всей планеты. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь.
Завтра детскими сроками. Путина Владимира Владимировича. Давай, наш сними. Тело, его, сними ты наш, Вовчик.